Один танк остался. Говорю, один танк остался на полку. У вас один танк остался? Да. А на чем вы воюете? На одном танке мы. Ну и пехота, и БТРов. Типа так говорит. Завтра говорит то же самое, только делимся на две группы. Два танка осталось, говорит, на две группы делимся. Один танк с одним БТРами, один танк с другим. Все, мы танк сломали и без нас, короче, поехали туда, пехота. И вот там уже что-то три двухсотых и... Ну, нормально так. Многовато трехсотых в тяжелом состоянии. Пипец, блядь. А сколько танков уделали у вас? Сейчас сколько было вообще заезжали? Заезжали, сколько у вас там танков было? В нашем полку было 10. То есть двигаться вам вперед не на чем? Не. Ну и слава богу, нахуй. Разберите его, нахуй, сдайте на металлолом. Или останетесь, блядь.